Одинцовские депутаты окружного совета от фракции «Единая Россия» проверили качество капремонта фасада многоквартирного дома номер 6 на улице Маковского. По плану строители очищают фасад, цоколь, оконные и дверные откосы от красок, герметизируют стыки и утепляют здание теплозащитными панелями. Работы по фасаду уже завершены. В настоящее время ремонтируется козырек входной группы.